права и вербаль 19 века, может быть, середина 20 века, но посмотрим, как оно будет. И первая песня «Демон». Я хочу свернуть с этой дороги, мои ноги больше не мои. Я пытаюсь взять себя в руки, мои руки больше не мои. Я хочу хотя бы отвернуться, но взгляд направляю не я. Я хочу снова жить своей жизнью, он сказал, она больше не твоя. Убирайся прочь, убирайся прочь. Производственном аду, да. Он скоро закончится. Надеюсь. А дальше очень будет материал с альбома, который где-то. Да, дальше будет материал с нашего первого альбома, и мы перевели на русский язык почти все песни. Вот. Можете нам за это поаплодировать, это было очень сложно.
чтобы все могли понять, о чем мы хотели сказать. Следующая песня, пока не переведена, называется «The Moon». Акустической обработки. Ее можно послушать у нас в группе ВКонтакте. Называемся Everland. Подписывайтесь. А пока слушаем. Thank you.
тебе наплевать. Он искалечил пальцы на правой руке, левой теперь горит смертоносный металл. Позади еще один город в огне. Посмотри на себя, стрелок, кем ты стал. «Cats on the Roof», и у меня с этой песней связана история. Дело в том, что это самая первая песня, которую я услышал в исполнении ребят. Я пришел случайно на репетиционную точку, и тут слышу, как вот эти два прекрасных человека, кстати, это Иван Демин и Нора Вуль, как они играют эту песню, и это было давно, а сейчас она в новом, свежем виде. Она, кстати, уже записана, скоро выходит в альбоме. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. И вот сейчас эта песня впервые прозвучит на русском языке. Thank you.
спешил. Никто до утра не смог дожить. Саша и Сережа, они для вас сыграют рондо капричиозо. Вдвоем. А мы тут посидим. Добрый вечер. Еще раз. Так, надо сказать, что мы с детства дружим, с детства увлекаемся классикой, вместе учились и... Больше 15 лет. Да, больше 15 лет. Страшно сказать. И настало время наконец-то вместе выйти на сцену и отшить. Да, Саня? Да, очень приятно. Всем большое спасибо, что пришли. Большое спасибо этому залу. Ну, ты сначала спасибо. Серёга, надо построиться. Саня, подожди, секунду. Thank you.
Волшебный, чудный город, в котором звучит прекрасная музыка. Вот я думаю, что вот такая музыка, как сейчас звучала, она вот как раз-таки имела место быть в прекрасном городе под названием Айра. Это название следующей песни. Верю я в конце пути.
наверняка, и роковой станет встреча. Он скажет, однажды я знал чудака, а Айре слагавшего речи. Он выдумал город и сказку о нем, его я с рождения знал. Я помню, как он, покидая свой дом, такие слова повторял. Yeah.
Neverland, Сергей Вознесенский, который скрытый гитарист, но сейчас у меня был на клавишке. Латентный. Не, не латентный, почему? Он же играет. Ленара Вольф. Иван Демин. И дебютант Александр Бабин. Для дебютанта слишком уверенно выглядит, по-моему. Ну, конкретно в составе этой группы. Эверленд, ребят, спасибо большое за такой светлый сайт, полный надежды, который сейчас нам всем очень и очень нужна. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли на Cooler Jam. Я вам, да, вот еще раз повторите, ищите ВКонтакте, в соцсетях, присоединяйтесь. Ждем альбома, и я думаю, что вы еще сыграете, наверное, даже летом полноценный вот концерт такой. С удовольствием. Вот. Организуем. Организуем. Все. Спасибо. Neverland. Все, фотографируйте.